Когда тупырь зашел и начал тут. Пятый. Зачем столько? Че ты никуда не записываешь? Тут Дэн залетает. Да, вот и вот ты, да. Гораздо лучше, чем атаковать. Вижу, да. Атаковать во всяком случае. Атаковать легче. Я хорошо, да ничего, а тебе же блять, я не знаю. Оборонять гораздо лучше. Атаковать лучше. Оборонять вообще тема. Атаковать. Такой атаковать. Домик, оборонять. Оборонять. Атаковать. Атаковать. Оборонять. Вот и видно, кто теперь круче. Атаковать-то во всяком случае легче. Да нет, я про то, что оборонять легче, чем атаковать. Да, да, да. Наш командный пост. Да, я убил. Так, еще этого надо убить. Я заснял. Я убил. Я не смотрел мультик, там блин. Бля. Угу, всегда такой долбоебизм смотрю. Не ладно, что со стула чуть не упал с него. Ну что, сейчас я ему. О, там есть. Противник захватывает наш командный пункт. Арендован? Больше нет никакого выхода. Оборонять тяжелее. Оборонять я говорил тяжелее. Нет, я такой оборонять легкий. Ну так это проблема. Все тяжелее. Атаковать-то полегче. Так ты говорил атаковать легче. Ой, оборонять я говорил атаковать. А защищать, да, защищать весь мир. Где чего еще? Ладно, я тут. Тип. У тебя нету? Гонишь. Ну, гонишь. Братан, ты пишешь меня, нет, ты че? А чем, братан? Ты ж меня насквозь видишь, блядь, ты не ебаный. Серый, зачем ты меня обзываешь? А? Зачем ты меня обзываешь? Так, поприкололся. Я скачал, я... На варфейте. А я не буду прокачаться. Почему? Я так же мозг дать. Снайпером учить. Противник захватывает наш командный пункт. Вы же мне мозг ебали сначала. А может я вообще не буду ничего качать? Так. Граната! Серый, дай по... Сейчас меня тёлка назвал. Я же шутку сказал это. Слышишь, у тебя какой палец больше, Дэн? Безымянный или этот как указательный? Да. Вот, это длиннейший, который? Да. Вроде указательный. А или безымянный? Да какой? Не понял прикола. Да ты скажи, что делать, где надо. Они одинаковые, слушай. Одинаковые? А, хотя подожди. Ну-ка, где моя линейка? А хотя нет, указательный длиннее.
показать мне меньше. Это на какой ты руке смотришь? На правой, на левой? На левой. На левой, а ты посмотри на правой руке. Ага, все. Какие там не умирающие. А все, а все прикол, то есть. Ой, пускай. Ты сначала скажи, я тебе потом скажу, что я запекал. Блин, тут как-то непонятно, даже карандаш не помогает. Братан, на этот, на взгляд, скажи. На взгляд? Вообще непонятно. Ну то на эти где-то ничего не скажу пока. Влад, ты какой палец больше, безымянный или указательный? Ага. На правой руке. Ответ, ага. Да я тут вообще походу. Влад, какой палец? Влад, какой палец тебе больше, безымянный или указательный? На правой руке. Блять, я ручку проебал, я ее нашел. Да. У него понятно. Я уже устанавливаю 90%. Влад, у тебя на руке какой палец больше? Безымянный или указательный? Помощь, тащим, защищаем, так жестко. Да ты сам. Вообще Влад, тупой, Олег, у тебя какой палец тинча? Указательный или безымянный на правой руке? Я в PS играю. Мне так понравилось. Даже записать нужно. Крысь. А. Вот что вам делать сейчас? Влад, у тебя какой палец тинча на правой руке? Безымянный или указательный? Ой, я наебнулся. Вообще, Дэн, у тебя самый длинный, какой палец? Самый длинный? Сори. А? Ну, я не повысил, что видно, как мы. Да все таки указательный или безымянный? Противник да, захватывает да, наш да, командный пункт. Да, они прикинь, захватывают. Ну они, слушай, они так-то одинаковые, но какой-то вроде бой. Давайте помогайте мне. Это иллюзия, наверное, слушай. А? Это, наверное, иллюзия, что один больше. Нет, они... Нет, давайте, да вообще давайте, непонятно. Тащим. Нет, не знаю. Ну, знаешь, я не скажу прикол. Стоим. Влад, ты дурак! Противник захватывает наш первый командный пункт. У тебя на правой руке какой палец больше? Безымянный или указательный? Отступайте ко второму командному пункту. Не дайте противнику захватить его. А чё, ещё второй? Это чё, то же самое? Защищать надо. Тут, блядь, никого не вижу. Да, ручка мне попалась, замечательно. А ты сам-то не сказал, что... Так вот надо, чтобы... Влад, ты на самом деле какой палец длиннее? Указательный или безымянный? Любой ценой. Противник захватывает наш командный пункт. Любой ценой защищайте. Ну, жопу себе поймите. Ай, Влад, на какой сервер заходить? Рекомендация же есть. На какой сервер заходить? Захватывает наш командный пункт. На какой сервер заходи? С вами не Альфа и Браво. Серый, скачай из Warface, сейчас он записывать будет. Какие там серваки есть? Альфа и Браво. А там есть же рекомендован? Да. Вот я там. На Браво. Чё? Ну там где рекомендовано стоит. На Браво. Противник захватил еще один командный. Да, блядь, еще один. Во что бы ты ни стало защитить и последний. Отступайте по последнему командному. Да ты как тупо разговариваешь. Слушай, ну это скажешь, что это палец.
А, так это, Серик, да вообще непонятно, не разбивка какая-то. А, ну ладно. Санта-Барбара чёртова. Ну я тут не буду говорить. А в чём подвох-то? Нет, я не скажу, пока не скажу. На правой руке. Да. Обороняйте последний командный пункт. Отступать больше некуда. На правой руке? Да. Мы захватили больше командных пунктов. Ну так, Вап, какой палец длиннее? Средний.